этапа у нас и матча не было особо на ХЛТВ. То есть как раз вот когда 4 команды остались, турнир был создан. Проигравший, кстати, не поедет на LAN, но зато заберет $2500 призового фонда. Гоцент вообще, если я не ошибаюсь, один единственный матч на ХЛТВ, и он был сыгран именно против Нигмы. Вот так вот. Будем надеяться, это принесет желаемые результаты, и этот официальный матч положительно скажется на их игре. Ну ладно, пожелаем удачи командам, вам приятного просмотра. Атака Nigma Galaxy, защита команда Godsent, карта The Inferno. Ну и давайте смотреть пистолетку. Пистолеточка началась довольно динамично, дэмэдж был уже внесен по игрокам Godsent, но Nigma резко захолодились. Отдали ребра. Ну, пока что на карте ничего особо не происходит, что одна, что вторая команда просто находится сейчас в ожидании каких-то агрессивных выпадов от своих соперниц. Ой, как забайтила Вилга на две хаешки, буквально одну флешку дала на банан, получила две гранаты в ответ от Godsent. То есть это уже инфа, что под Б, скорее всего, укрепление. Заходит на ребра, дым на малые, ну и что, вот она, Аврора. У-у-у, как же ее тут прогренили, еще и зафлешили. Аврора, Полукс не справляется, Аврора забирает лишь Кэт, Анна через дымы находит Вильгу, ну 3 в 3, бомба будет установлена, есть еще смачок на обновление у 23. Так, ну там все за малыми, все за смоком, точнее на малых, это основная проблема данного ретейка. Выходит боком в дым, Тори, ну хоть кого-то убила, 23, Плэнти, 2 хедшота. На самом деле, по-хорошему, нужно было давить 23, оставаться 2 в 1 здесь, но не тут-то было. Ну и, как мы видим, не без проблем, кстати, казалось, такой четкий пистолетный раунд в итоге-то могли и отдать Nigma Galaxy. Ну, как итог, полный экономический от Godsent. Эти девочки на оверпассе тоже показали, что они на экономическом ничего не закупают, вообще ничего. И стак ребер. Дефолтненький, старый добрый стак ребер. Подсадочку бы какую-нибудь, может быть, но не, стоят просто 3 плюс 2. Тройка на 15, двойка на 20. На базу Б уже одной ногой вышли Nigma Galaxy. Там без печали Вилга мы видим с маг 10 уже на ближнем углу. Вот как раз таки нам демонстрируют эту позицию. Анна с бомбой, наверное, все-таки уже... Или остается? Нет, остается тут. Есть попадание, в ответ мы видим хедшот, ну и все. Бомбу бы не запулить, как-то она так двигается, как будто бомба-то и не у нее. Надеюсь на своих тиммейтов. Видимо, тиммейты справляются. Пулокс остается в соло, забрать бы снайпера, но нет. В итоге потеряли лишь одного игрока, Nigma Galaxy, и второй раунд закономерно для себя забирают. Ну, какие-то фантомные шансы были там убить скаут с бомбой в яме, как-то разыграть от этих позиций, но нет. Этого не происходит. 2-0, особенно во втором раунде, без шансов. Смотрим первый саку. По мини очень много гранат, и также у нее ФАМАС. Ну, Nigma, кстати, остается на скауте, на... у Вильги фармилочка. Вилга горит, до 18 хп. Ой-ой-ой, как обидно. Я ожидала, там... что молик разгорится так. На радаре два дыма мы видим примерно в этой локации, но при этом действительно дэмэдж был очень существенным. 23 распикивает ковры, но не тут-то было. Аврора контролирует позицию. Кстати, вместе с Пулокс они уже вдвоем делают выпад. У 23 большие проблемы. Аврора, они натопали или нет? Нет, не натопали! Четко. Пулокс находит энтрифраг. Ну, это у Nigma Galaxy, в общем-то, появляются проблемы. Есть, конечно, контроль ребер. Анна на малых отыгрывает. Не самая лучшая флешечка залетает, но все-таки удается ей уйти. Пулукс работает из песков, забирает Вильгу. 3 в 5. Аврора, отличная позиция. Здесь заперты, позиция. Просто они заперты. Кэт должна погибать. Нет, Кэт все-таки находит минус и просто из-за смока вдоль стенки распикала. Есть инфа по плинту, есть инфа по большим. Астра, правда, в тылах. Астра может здесь стать ключевым игроком. Анны задушили пески. Пески не сыграли, тут флешка была, судя по всему. Локс зато отрабатывает по двоим игрокам, и Кэт остается одна. Что будет айс или не будет айс, ай-яй, пуль нет. Зажали плинту и все-таки первый раунд забирают Godsent.
Ну, здесь даже сложно, сложно за что-то зацепиться. Как-то вот с первой секунды у Нигмы не пошло, начиная с этого предательского коктейля Молотова, заканчивая поджимом ковров, где вроде бы как 23 увидела там в выходе из балкона оппонентку и решила, видимо, что там она и останется. А вот решение GodSend мы видим немножечко неординарное. Вдвоем пошли, поджали, дали минус на бойлере, и вот он на коврах. Вот он первый раунд. Да, классное решение приняли GodSend в этот момент. Но в итоге стартуют втроем на банане. Здесь буст, но плохой дым лежит. Кэт пытается... Ой, топнула! Под него... Топнула! Ай-яй, как обидно! Здесь буст, она спалила мини. Так, минус Астра. Здесь очень жестко отработала Кэт. 23 находит еще и Анну. И стэк 9. Здесь вдвоем должны задушить Аврору. Она остается в живых, но красная. Ну, нужно сейвить. Аврора дает инфу. Не факт даже, что дадут. Туда, тут снизу, сверху. Оппоненты 23 с гранатой в руках погибает. Аврора возвращается назад и становится легкой жертвой для Тори. Пулокс. Размен, но это уже экзит фраги. На сейве уже фраги, я бы даже так сказал. Третий раунд для Нигмы. Тут непонятно, кто все-таки хуже сыграл на банане. То есть Кэт вроде бы классно промутилась, но топнула. GodSend этим вообще никак не воспользовались, и в итоге вдвоем проиграли еще и перестрелку. Кэт, получается, реакции GodSend не хватило ни по аудиоинформации, ни как-то в игре на размен. Она когда топнула, они обе начали смотреть в ее сторону, но там как-то One Way в итоге сыграл на руку больше Кэт. Кстати, дым-то отбросили GodSend сами себя. Тройная неудача. Если я не ошибаюсь, конечно. Да. Тройная неудача. Получилось, хотели жестко проконтролить банан, в итоге подпустили к себе в упор и отдали после этого момента раунд, повтор. Вот, да-да, они повернулись такие, где-то здесь кто-то есть. Кэт еще не сразу на нижнюю перевелась, но в итоге им был все-таки жесткий, с первой в голову по нижней сопернице. Ну и что, 3-1, GodSend вновь без экономики, у Анны есть Зевс, ну и Пулокс засейвлена эмкой. Зевс, интересно. Так, втроем Б опять-таки стартует. Будут пытаться реализовать засейвленную эмочку. Пулок сыграет под One Way. Сыграла, проверяй. Вильга, хороший пик. Это вообще что? Это надо проверить. В мышке какой-то софт присутствует. Астра такая, чик за эмочкой сходила. Флешка, кстати, неплохая могла получиться комбина, но Кэт, как же она вывалилась из этих смоков. Ну тут вообще ноль шансов было у GodSend. Да, НТ. Кстати, Вильга вместе с Тори сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Если я не ошибаюсь, или... Ну, писали в чате, что они в Дубае, не знаю, насколько это проверенная информация. Наверное, так и есть. Это для них хорошие новости, потому что если они выиграют квоту в Даллас, я так понимаю, они очень близки к этому, нужно как-то добираться. И в России как бы ехать сейчас не очень прикольно, когда самолеты там не летают. Ну, посмотрим. Там еще 23, по-моему, из России у них. Она в Эстонии. А, ну все, тогда. Да, там три из Европы девочки и вот Вильга Стори. В Абу-Даби, в Дубае где-то она находится. Они... Ну, все, так, ну здесь задушили Нигма Гелакси на банане. Но вот такой вот резкий поворот. 23 находит два минуса, Аврора в итоге отыгрывает из больших, забирает даже Тори. Тори не проверил позицию, и Анна в итоге остается одна. Чисто забыли про большие, а она жестко вырубает, как мы видим. Все-таки Аврору перестраивается на центр, но там вся хелпа из Библы и КТ. Будет идти бомба на руках. Ну вот если подставится Астра... Нет, этого не происходит. Анна будет ставить на дефолт сейчас, судя по всему. Не, заходит в плент. Слышат. Ну сложно. Тут почти нереально вытащить. Ой, сейчас бы двоих убить! Или хоть кого-то убить! Нет, не происходит этого. Не залетают на скобчики. К сожалению. Но шанс был. Ну шанс да, был. Два шанса было. Два выстрела, два шанса было. Unlucky. Бог Counter-Striker решил, что не сегодня. Что-то я говорила на оверпассе про то, что Анна клатч-министр, в итоге заметила, что она постоянно остается один в два. И вот как-то у нее не получается разруливать ситуации.
Может быть, в самом важном. В самом важном раунде. Спасет команду, но явно не в предыдущем моменте. Второй раунд для Госсент. Очень важна сейчас серия. Нужно выиграть два подряд, чтобы без экономики оставить соперника, чтобы выйти на счет 4-4. Все-таки первую карту подзапулили. Так что вот первый раунд, точнее, в первой половине очень важный раунд. Там снова наступают на эти хаешки, на коктейли Молотова, Нигма Гэлакси. Они что-то пикнули вроде бы Инферно, понимают, что в атаке начнут, и столько хп теряют на банане. Так, здесь могла случиться перестрелочка, точнее, мог бы случиться, в общем-то, размен неплохой для Гоцент, если бы она еще на полсекунды держалась в коврах. Но, увы. Ну, на Б дорога заказана пока что. Здесь и подсадка, и дым дали. При этом вот позиция 23 Enigma Galaxy не играют. Она там простреливает, фейкует в центре. Я так понимаю, будет все-таки выход на Б. Как только этот дым рассеется, попытаются Enigma Galaxy выйти. Неплохие позиции здесь у опорников Бэкпланта. 23. Становится на флешечке для своих тиммейтов. Полетели гранаты, и мини здесь допустили чеку, это она была под флешкой и не смела. Это пулево! Это пулево раунда! Хоть кого-то, да, дает один минус, Кэд не успевает развернуться. Ответочка прилетает, бомбы все еще нет. Я уже думал, после забегания в плент Вилги это можно BNGG писать в раунде. Но не тут-то было. Два фрага все-таки с подсадки залетают. Ну и остается 4 в 2 доиграть, Молотов дым. Бомбы все еще нет. 10 секунд. Под флешку она попыталась пикнуть, но нашла минус. Но здесь уже двое игроков на гробах. И в итоге третий раунд для ГЦН. Что-то сумбурный какой-то раунд произошел в исполнении Enigma Galaxy. Ну, выход на Б, он читался там секунде на 30-й еще на самом-то деле. То есть, если бы подсадка еще раньше сыграла, то еще бы раньше этот раунд закончился. Но так получилось даже в плюс, что Вилга прошла, потому что второй и третий заходящий игрок уже не чекали просто эту подсадку. И получилась такая вот довольно забавная ситуация. Счет 4-3, борьба, в принципе, как на первой, так и на второй карте. Анна здесь попыталась найти энтри-фраг для своей команды, ей не дали этого сделать. Ну, Нима, кстати, в пятером стоят под ребрами, под коврами. Сейчас под флешечку от Вилги, судя по всему, будут пытаться ворваться в плент. Не пустит, не пустит. Анна, Тори, что-то здесь слишком уж близко ее запустили в точку. Аврора раскрутилась. Это раунд против пистолетов, я напоминаю. Шансики все еще есть. Аврора тапает, закончились патроны, но хелпа. Хелпа подоспела. Вилга, навики. Ай-яй, ну почти один в один оставалось. НТ-шный раунд. Раунд очень хороший экономически, продемонстрировали Enigma. Ну и как итог, немножко ударили все-таки по экономике Гоцент. Ну, Пулок, Сумини... И под ноль закупаются практически. Гоцент. На самом-то деле, схема атаки довольно просто читается. То есть нужно давать очень классные стартовые гранаты на банан и контролить поджимы 23 вот тут вот на коврах. Если с этими двумя задачами будут справляться на протяжении первых 30 секунд Гоцен, то у Enigma Galaxy могут возникнуть большие трудности в первой половине. Это да, но посмотрим, что, как сейчас разыграют девочки в меньшинстве. Тори, Брэд из бойлера. Ну, Гоцен, кстати, ребра полностью отдали. Сейчас под флешку будет шорт напикивать. Флешечка не совсем тайминг, но все-таки на один минус она сработала. Ну, в итоге Анна и Кэт остаются вдвоем. Будут пытаться выйти под Б. Хотя, конечно, не факт, что у них получится это сделать. Ну, дым на коте и побежали. Хотя дым мы видим у Анны. Она все-таки работает с авиком. Чекает выход с хелпы. Мини, по-моему, увидела выползание под свою флешку. Ну, тут... слишком тяжело, размен не поступает, Анна вновь остается последней и без проблем Астра ставит точку в этом раунде. 5-4, Гоцен выходит вперед и вновь не дают даже установить бомбу команде Enigma Galaxy. Так, матч на паузе, это техническое или тактическое? Техническое, судя по всему.
Ну, когда были тактические, нам показывали, кто да. брал. Вот-вот. А, тактическая все-таки от Нигма. Ну, вполне себе логично, что здесь нужно подумать, пообщаться немного. Как-то не задается темп игры у девочек. Ну, вот хорошая точка давления — это ребра. Там, в принципе, Нигма хозяйничали и окружали, по крайней мере, пытались. А плен доходили там до арки, до библы. Но вот на банане и на коврах зачастую трудности. Возможно, со следующего девайсного что-то поменяется. Ну и сейчас мы видим тоже есть пистолеты-арморы, три хаешки. И что, раунд через второй мидл. Я помнишь, как начинался оверпас? Примерно, ну не то чтобы так же, но Гацен тоже... показывали себя с сильной стороны, а потом как-то растерялись в итоге под конец карты. Да, был 4-1 счет в пользу Гоцент, если кто-то пропустил первую карту. Сейчас у нас уже вторая. Выход через ковры нашифровали Нигма, при этом Гоцент уже начекали банан и должны ждать. Да, Аврора чекает на плинте, а ну тут чуть ли не втроем они смотрят с прыг с ковров. Топла словила флешечку, и 23 ее вырубила. Анна также дает минус по пулок с Вилга. Заходит с мина, забирает одно, но на вторую не хватило немножко стрельбы. Так, Ястр дает размен 2 в 2. Так, ну, хороший экономический уже. И урон по экономике, и бомбу для себя поставили. Еще и сейчас раунд можно забрать. Но есть хаешка. Если залетит точно под ноги Анны... возможны трудности. Гранату не тратит мини. Позиция 23 довольно качественная. Нужно просто нажать. Видит одну, пропускает. Тиммейт падает. 23, прыжок. Хилимся, живем один в один. Астра просто... хаешка! Хаешка, Астра, решение один в один, друзья. Как же байтит всегда эта гранатка один в один. Но как же всегда ее долго доставать и пробрасывать. Да, это уже не анлаки, это что-то странное сейчас было. Ну, проигранное экономически, и ладно, это Counter-Strike, здесь так бывает. 5-5 в итоге, вот так вот неожиданно. Надо было правой кнопкой на ящик эту хаешку закинуть, это был бы нормальный мув. Там хаешка должна была, по сути, убить, то есть... армора ж не было у нее, 9 хп. Да вообще, ну, просто любое дуновение ветра, и 23 отлетает. Ну, в итоге 5-5 по раундам. Нигма Galaxy теперь уже могут сами задушить экономически своих соперниц. Астра, пик банана. Хае за спину, тут бы теперь отойти как-нибудь. Ответная хае, кэт. Ну, отпускает так, начекивают друг друга. Особо воевать тут никто не хочет. Такая бесконтактная битва за банан. Здесь у нас сражение за ребра происходит. Так, Вулокс отлетает, Астра также. Но здесь просто моментально рассыпались все игроки Гоцент. В одну секунду буквально. 5-0, чистейший раунд для Нигмы. А что довольно странно, там три человека было на коротком, при этом все трое погибают. Нигма Galaxy продолжают обузить как раз-таки центр карты. Тут, наверное, уже бы тайм-аут не помешал самим Гоцент. Что-то с этим мидлом, с этим ребрами нужно делать. Ну, или продолжать душить банан, как это у них получалось на первых раундах. Под клатч качественный коктейль Молотова, там Вилгу прожигали. Может быть, там три банан мы увидим старт от Гоцент. Попытки найти первое убийство. Тактическая пауза залетает. Также перед экономическим. Ну, 7-5-7 в атаке, это хорошо, по твоему мнению, Фёдор? Ну, как хорошо? Для Нигмы, в принципе, все, что больше 6 хорошо. Для Гоцент, учитывая, что у них был шанс выйти на 7 раундов уже там раунда 2 назад. Да, походу, тут 2-0. Походу, конечно, не кэф 12, но кэф там 3, наверное, я бы смело давал. Так, полетела аркана. Тут трое, и то как каким-то чудом еще размениваются. Ну, задушили, задавили. Наверное, если бы там один или двое были игроков Нигма Galaxy на банане, то Гоцент имелся бы шанс, но там было слишком много соперниц. 7-5, Нигма Galaxy уже где-то там одной рукой пакуют чемоданчик в Даллас. Все у них получается.
Ну, Гацент еще могут, конечно. Конечно, могут в любой ситуации. Сейчас три раунда подряд взять, там пистолеточка залетит. Ну, посмотрим. А в итоге решили тебя не послушать, Федор Куан. И оставили одну лишь мини на Б. 23. Отыгрывала, кстати, здесь вместе с Тори, и все-таки размен плюсовый для Нигма Гелакси. Ну, был уже подобный раунд, когда они подпушили ковры, я говорю про команду GodSend, и забрали там 23, и сейчас могло это сработать, но Тори была слишком близко, и в итоге весь этот план захлебнулся, ситуация в меньшинстве для GodSend, бомба на банане, ну и здесь мини нужно ждать гостей, она тратит дым, причем тратит его довольно рано, еще минута 0.5 до окончания этого раунда, и больше гранат не будет, молотов, но молотов там выиграет совсем чуть-чуть. Так, пик под флешечку, кстати, тоже довольно рано, но, по крайней мере, есть информация. Слишком поздно, прошла мини, еще и застопилась в текстуру, очень обидно. Ну, в итоге с хаешки ее вырубают, поплант чист, это 8-й раунд для Нигмы. Да, да, забавный получился момент, не ушла мини, и Молотов был, на самом деле, немного запоздавший, уже в него врывались Нигма Galaxy, остаются Астра и Анна. Ну, засейвить здесь, в принципе, удастся, я так понимаю, да, никто даже никуда не двигается, подсадку делали за Б3. Нигма Galaxy где-то там еще рассчитывали, что 4 в 2, здесь все-таки даже 2 в 4 пойдут, GodSend на выбивание. Всегда нужно перестраховываться, как говорится, особенно в Counter-Strike, особенно в женском. Ну что ж. Сейвит, GodSend. Прибежали, конечно, тут на базу Enigma Galaxy, но уже слишком поздно. Бомба взрывается. Хаешка на большие не приносит результатов. 8-й раунд, и вместе с ним победа в первой половине для Enigma Galaxy. Так, и что по деньгам у GodSend? Ну, опять-таки, пистолеты, и придется отыгрывать от двух эмок. Вероятнее всего отдавать 9-й, хотя тут тактическая 2-я практически подряд залетает тот GodSend. Может быть, сейчас какой-то план на раунд тренер заколет и получится взять 6-й. Это было бы очень-очень приятно. Ну, был до этого, мы помним, поджим по коврам от команды GodSend неоднократный. Возможно, сейчас какую-то новую стратегию покажет нам GodSend. 2 раунда до смены сторон. Экономика все еще хромает. Мы видим, конечно, сейвленный калаш, сейвленная эмка. Но у всех остальных диглы, 5-7 в руках Авроры. И я бы все-таки ставил на агрессию на банане. Ну, там Астра с калашом. Мидл? Мидл! Пуш мидла, старый добрый. Так, Вильга. Ай-яй-яй, как-то так Анна... Не ожидала, что Вильга вот так вот вылетит на нее. Но в итоге плюсовый размен для Нигмы оформляется вот так вот на старте раунда. Ну и минус девайс у GodSend, что очень-очень прискорбно. Кстати, стягиваются все вчетвером, будут пытаться угадывать плент А, судя по всему. Так, пик под флешечку. Успехом пока что не увенчался. Увидели всех на этих ребрах, но тем не менее, все-таки плюсовый получается размен для команды GodSend. 23 дожимает первую, вторую. Нет, это Кэт забирает Аврору. Ну, на тоненького. Тут 5 хп на 2 хп 23 оставалось. Да, пытались угадывать и, в общем-то, угадали, но немножечко, совсем немножечко не залетело по стрельбе в каких-то микромоментах. 9-5. Что ж, ну, сейчас есть возможность забирать для себя 6-й. Немножко сокращать вот это вот преимущество по раунду, потому что потом в атаке будет не сладко, как минимум. Соло пуш медла не сработал в прошлом раунде после паузы. Сейчас есть двойной прогрев на бревна от команды GodSend. Ну и Enigma Galaxy, вот они как протоптали этот мидл. Ой, тут не успевает Анна среагировать, Тори так. Но уверенно запрыгнула на балкон против Авика, не спеша. Ну, сделала минус. Опять-таки в большинстве начинают Enigma Galaxy. Ну, вообще ничего не боятся. Уже минуту 20 они просто на плент выходят. Занимают все ключевые позиции. Астра и Мини остаются вдвоем. Астра погибает. 10-й раунд для Нигмы. Или сейчас 1-5 клатч для Мини. Ваши ставки, господа. Нет, не будет клатча. 10-5. Очень уверенно стали играть Enigma Galaxy после того, как взяли паузу.
Ну что ж, посмотрим, как они покажут себя в защите. Да, друзьям, далеко не уходите, у нас традиционный 3-минутный перерыв, и вернемся уже вместе со вторым пистолетным раундом. И мы возвращаемся, дамы и господа. Продолжается матч за выход на LAN-финал в Даллас. Вторая карта Enigma Galaxy против GodSent. И мы готовы уже ко второй пистолетке. Я так понимаю, она в самом разгаре. Ну, еще не в самом разгаре, конечно, но... Пока что команда готовится. GodSent вчетвером стартует на банане. Кэт здесь стоит на хаешечке. Увидела. Хаешечка надамажила только совсем чуть-чуть пулакс. Выход на Б все-таки реализуется, но здесь... А как бомба так ставится? Они думали, что они на чистый плент вышли? Это шоу-интуиция. Шоу-интуиция. Наверное, думали там стак А, а здесь вот как бы еще... Еще два щелочка было на базе Б. Легчайший пистолетный. Вилго мансует, крутится, вертится тут у нас за колонной. Заканчиваются патроны. Мини не успевает перезарядиться. 11-5. Да, там просто произошла ржомба у Вилги. GodSent сыграли что-то непонятное. Unlucky или не unlucky, решать вам, дорогие зрители. Но 11-5, имеем, что имеем. Полный экономический, опять-таки, в исполнении GodSent. Сейчас какой-то, возможно, быстрый раунд увидим. GodSent. Был шанс в начале первой карты, в начале второй карты тоже был шанс. Выиграли там небольшую серию GodSent. Ну, там или... в конце первой карты все должно было реально заканчиваться в их пользу. Но по микре не дотащили.
Чуть-чуть не хватило, но да, будет, конечно, утешительный приз, но да ладно. Еще очень-очень далеко команде GodSent. Nigma Galaxy контролирует, мы видим, банан, контролирует ребра, кстати, как чего не хватало, как по мне, команде GodSent за защиту, это именно контроля на ребрах. Они, кстати, постоянно играли втроем под шортом, отдавали ребрам. Ну что ж, халдят GodSent, пытаются какое-то столкновение найти с одним из игроков. В итоге Аврора вылетает, здесь фармильная для игроков Нигмы, мини, соло, также не делать ни одного минуса. Ну, Тори только что, тут только потеряли, разве что. Но это не беда, ей уже дропнули эмку. 12-5, чистый раунд, ну, посмотрим, что покажут сейчас GodSent в первом оружейном. 5 калашей, есть фулпак гранат. Все великолепно. Ну что, будет ли битва за банан, или все-таки GodSent предпочтут более аккуратный кейсик? Давайте посмотрим. Астра вроде бы готова. Тори под свою же флешечку распикивает мидл, видит одну соперницу точно. На банане работает Астра. Хаешка ее не смущает. Кэт показал уже фармилочку, кстати, под базой Б. Еще одна флешка. Астра может давать минус. Да, получается. Самонадеянный очень врыв был от Кэт. Даже дыма, по-моему, глубоко не лежало. Но такой в итоге врыв, преимущество. Типа флешка. Флешка всех ослепит, но нет. Никого она не ослепила. Воспользовавшись первым фрагом, мы видим, команда GodSent стягивается под базу Б. Там работает Анна плюс Вилга. Еще один врыв под флешку и вновь не слишком удачный. Анна остается одна. Понимает GodSent, что флешка откуда-то там летела. Оп, распикали. Видели. Ну... И молотов еще. Да ладно. Молотов какой-то ближний, кстати, на Б. А мимо него там можно пройти? Судя по всему, нет. Судя по тому, что застопорился немножко выход. Но в итоге есть размен 3 в 3. И она сейчас ждет своих тиммейтов. Кстати, вдвоем Тори и 23 отыгрывают с банана. Тори дает здесь 2 минуса. В итоге Анна остается одна. 4 на 14. На карте Инферно явно не залетает у Анны. Из команды GodSent. Становится в углу, молотов за Б3. Ну и тут пространство позиции все меньше и меньше. Хаешечка сюда же. Так, нашли. С пистолетом душит и ставит точку в этом раунде. Анна уже из команды Nigma Galaxy. 13-5. Ну и похоже на легчайший перелет дал. Получается так. На самом-то деле. Не хочется, конечно, чтобы... Ну, вот так вот все однозначно говорили еще до завершения карты о том, кто пройдет дальше, но здесь все видно. Ну, начало-то было классным для команды GodSent, но в итоге слишком долго проходили одну Анну. Ну и по факту там один паузу в этом углу, особо нечего было предложить. Классная флешка тем временем от защиты. Тори на балконе все еще выживает и даже уйдет, судя по всему. Да, еще даже успела попростреливать по этой лестнице. На Б также трудности. Команда GodSent сыпется сейчас очень сильно по флангам. Очень красные остаются два игрока GodSent. Ну, как-то... Непонятно. Вроде бы банан заняли. А вот что делать дальше? Бомба стоит пока что под ямой. Ждут, видимо, какой-то информации от Авроры. У нас здесь действует соло из бойлера. Хотели играть дефолт, но проблема в том, что потеряли уже слишком много на этом дефолте. Вроде бы и в бойлере есть люркер, и на банане был контроль, но это все 4 в 5 с двумя красными. То есть остается только фокусироваться на центре карты. Анна это понимает. Дают дым, молота в руках, Аврора. Вот два фуловых. Это Анна и Аврора. В итоге получается шифтом дойти до шорта. Аврора здесь также отыгрывает через ковры. Ну, здесь очень хорошие позиции у защиты, хотя Аврора и мини делают по фрагу. И вот так вот ситуация резко переворачивается. 2 в 2. Бомба лежит, но будет установлена. Вильга и Кэт уже бегут с Б-плента. Ну, очень-очень долго подбирается все-таки бомба. Мини ставит на дефолт. Вильга и Кэт у ХП. Ну, в принципе, если не отпустить плент, мини показывает, что она в точке, но это дым. Выиграет пару секунд, там через велосипед, я так понимаю.
Будут разыгрывать еще флешечка. Может быть, Аврора сейчас в спину их убьет? Кэт? Чекала и отвернулась в последний момент. Там что, ранбуст готовили? Пытались просто кого-то найти. Там была информация, что в пунту игрок. Может, яму отошел бы, но... Дождались только Аврору в спине. Ну, опорнички подкачали. Вот-вот, Билга прыгнула в итоге. Кэт чекала спину, отвернулась. Опорнички на база не справились, то есть они просто втроем вроде бы как даже стояли. Точно была на балконе 23, точно под балконом еще кто-то была. И третья. Хорошие были позиции, но не сыграли, к сожалению. Три пистолета в арсенале Enigma Galaxy не сработали на банане. Аврора в коврах, не делать ни одного минуса, но, по крайней мере, сейчас есть информация, что минимум два игрока находятся пода, и выход уже... Под точку Б реализуется. Ну это сейф, это сейф. Установлена бомба, да, это сейф однозначно. Делать нечего, аркада по банану не сработала, размен в центре нашли, но это все только на сейф калаша. Семерочка для Godsend, уже оказавшись в довольно тупиковой ситуации, взяли прошлый раунд, выскочив на базу А. Ну и вот сейчас мы видим размен приятный для атаки. Пытается тут даже загонять уже команду Enigma. Несется вперед Астра, у нее дигл. Да и все, в принципе. Армор пытается, наверное, какой-нибудь авик выбить. Это было бы вообще хорошо. Да, Тори и 23 подсейвили еще два девайса. Так, Астра. Не дает хедшот. В итоге сама становится легкой добычей для Тори. Ну, седьмой раунд забирает Godsend. И что по экономике у Enigma Galaxy? 2 кабай, двоих игроков. Ну, должны закупаться. Да, будет ФАМАС, Вилга на дигле. Но здесь очень сильно решит встреча на банане. Встреча на банане. Туда, мы видим, направляются сразу три игрока защиты. АВП в том числе. Кедр разогревает, мы видим, дымок. Она на распике. Слева не замечает, но ее тут не прогренивают вообще ничем. Хотя флешка есть, флешки погнали. Банан пока что взяли под свой контроль практически Godsend. Хорошая хаешечка под Вилгу залетает. Так, обновляется смог. Но здесь под флешку уже работают два игрока Godsend. Вилга дает минус по Астре и второй минус по Мини. Пошла солярочка, два хедшота, причем Анна там уже отходила. И на самом деле, если бы забрали Вилгу, шансы бы были очень хорошие на этот раунд. Теперь мы видим план Б, это выход под точку А. Но как раз таки здесь и укрепление, мы видим у Enigma, на Б это было двое, на А трое. Ну что-то снова какие-то проблемы у опорника, подпускают очень близко. Анна находит Аврору, Кэт. Тори также разбирается с двумя оставшимися игроками. 14 раунд для Enigma. Хотя выглядело все не так однозначно, но 5 в 0. Он завершился. Вот тут. Все было очень жестко сыграно. На дигле, причем это был единственный пистолет в распоряжении команды Enigma. У всех остальных были девайсы. Ну и раунд. Раунд на игру, на самом-то деле. 2 кабай почему-то делают Godsend, хотя мы видим 5200 Анна, 3000 мини. Это уже после закупа Tech9 и Армора. Интересное решение. То же самое на оверпассе было, кстати. Ну, камбэк. Примерно на таком же счете. 8 подряд, 8 подряд планирую делать. Да, легко. Godsend, что, врыв по коврам. Здесь коктейль Молотова. Очень вовремя для атаки залетает Тори. 23 на песках, классная флешка. Тори, прочекали ее. 23, направо, налево, хоть кого-то убей, да. Дает минус, не подпускает к себе. 6-5 пуль, нормально, троих убила, да что ж такое. Она могла забрать. Хаешечка шикарно взлетает. Плент, мини, минус Вилга. Но здесь уже все, конечное для Godsend. Да, 23, конечно, должна была погибать. В итоге раскрутилась, дала 3 шикарных минуса. Да, 23-11. Жестко казнит. Причем там были и неудачные раунды под базой А у опорников. Забрали Тори, дали классную флешку на большим. Но при этом мы видим, что тут творит 23. И это 15-й раунд. Очень яркие моменты. И вот Вилги из дигла, и вот сейчас у 23. Ну, соответственно, все, раунд на лан. Да, обе команды во всеоружии. У Анны появляется авик.
Мы должны сейчас что-то интересное продемонстрировать нам, Гатсант. Так, две хаешечки, неплохие, но сносит не очень много урона. И она погибает. Она так стрейфилась вправо, как будто там можно было куда-то уйти, но... Но на самом деле там была стена. Сбоку Астра, попытка репикой, практически убили, но 6 кп у Вилги, еще бы туда какую-то гранату, но уже ничегошеньки не остается. Бомба в яме, и Мэнни нужно ее забирать. Есть прострел в дым, Вилга 6 кп. Это еще можно разрулить на самом-то деле, Пулокс находит Анну. Вдвоем сейчас действуют игроки команды Enigma Galaxy с ковров, Тори забирает Пулокс. Но здесь Аврора была уже слишком близко. Кстати, 23, скорее всего, в коврах вторую не будут ожидать. Там мы видим, что бомба идет именно туда. Главное, чтобы тайминги сейчас... И вот он. Тайминг! Перестреливают мини, мини, жестко, мини. Забрала 23. А, все? Или нет? Или попытается? 6 хп, 1 в 2. Молик. Вилга. Слышит? Ладно. А тут еще дым кривой. Да ладно, 1 в 2, она тащит просто на 6 хп, пошла и выиграла катку. Это очень жестко. Очень крутую индивидуальную игру демонстрируют нам девочки из Enigma Galaxy. Поздравляем их, они проходят на LAN-турнир в Америке. Видим эмоции, все рады, все счастливы.